второй стрим у меня начинается неплохо, я вам хочу сказать. Знаете почему? Потому что спасибо огромное Ника Глаю. Он меня вчера опять повеселил. Я не знаю. Блин, я реально вот, знаете, Ника Глай — это тот человек, чисто для меня пример в моей жизни, что я понимаю, что иногда я не так вижу людей, как... Ну, короче, первое впечатление обманчиво, блядь. Я думал, что этому человеку можно что-то в жизни объяснить и дать понять, что не всегда так бывает, как ты хочешь. Да, с Чапаевой это вообще угар. Чё думаете по поводу ситуации, Коля, с Чапаевой? Похуй. Хайп хуйня. Ну, знаете, что скажу? Делает, да? По КД. Но, блядь, я вот увидел у Наташи кое-что, что сказала Чапаева. Какой же мир, сука, блядь, такой... Я не могу вам сказать, что она сказала, потому что это неправильно. Но я просто на крысу подсмотрел, и, блядь, это просто пи***ц. Вот, блядь, тема хайпа, сука, люди такие, блядь, стали с этим хайпом, блядь. Какие-то мерзкие, блядь. Пизду нахуй. Не знаю, я, знаете, помню, когда начал только общаться со Славой, мы там хайпили, там всякие штуки придумывали. Мы думали, ебать, мы хайпажоры, там такую хуйню творим, блядь. С девочками стримим, думаем, ебать, хайпажоры, блядь. А что сейчас происходит, блядь, это вообще пиздец, нахуй. Люди, сука, во всем ищут хайп, бля, просто фу, нахуй. Не, что вы понимали? Что вы понимали? Типа, там есть правдивая сторона. Ну, типа, у Коли. Мне похуй, я не буду там это размусоливать. Но у него есть правдивая сторона, реально. Я послушал то, что сказала Чапаева. Кринж. Просто кринж, нахуй. Кстати, Ника Глай, я сейчас вспомнил ситуацию. Вы выделили его. Он с этой ситуацией может выйти в плюс. Завтра он может сделать хайповый стрим, но при этом не слить фотографии. И он останется красавчиком. Ну, для его подписчиков. А если он сольет фотки, будет хуево. Есть кто готов, кто хочет посмотреть сиськи Чапаевой? Да, вы такие фанатки, фанаты Чапаевой? Знаете, что я скажу? Вот я понял одно, что вот такие девочки, как Чапаева, они очень хитрые. А это плохо. Потому что люди должны стараться быть искренними. Да не, Наташа охуенная. Ну, это правда говорю, честно. Вы не знаете Наташу в жизни. Я вчера реально задумывался, насколько Коле сложно живется. Ну, типа, он, типа, все равно такой, знаете, он очень наивный такой. Типа, он, блин, как же это объяснить? Ранимый. И он, типа, кому-то доверяется, и потом, типа, на него забивают хуй, и он чильтует с этого. Это нормально. Мне кажется, в медиасфере это нормально. Все хотят поиметь, к сожалению. Реальная дружба, реальные отношения — это пи***ц. Это настолько ценно.